Убачить 10 стагодзю гісторыі Мінска за два дні. Рыцарскія турніры, захоп Мірскага замка, вялікая айчынная вайна. Фестываль гісторыі культуры Мінск старажытны пройдзе 9 і 10 верасня. Традыцыйна галоўная пляцоўка свята размесціцца ў цэнтры на скрыжаванні праспекта Пераможцаў і Машэрва. Сёння ж праходзіць першая рэпетыцыя. Госць онлайн-канферэнцыі, якая адбылася ў Белтэлерадыёкампаніі, Міхаіл Мілаванаў, расказаў, які блок наведвальнікам лепш не прапусціць. Одно из самых зрелищных мероприятий – это будет конный рыцарский турнир, который стартует 9 сентября в 11 часов 30 минут. Как раз на турнирах, именно на конных, где блистала знать, все показывали свои лучшие наряды, манеры, учились, знакомились и так далее. Вот именно этот эпизод мы постараемся восстановить в полной мере. Открытие фестиваля начнется в 11 годин. Уваход бесплатный. Что связывает Минск и старожитный Рим? И те з'явится у столицы замчища. Про это и не только можно доведаться на нашем сайте tvr.by, в разделе онлайн-конференции, а так само на YouTube-канале АТН.